Вы пили сегодня? Всего пару пива. А что в мешках для мусора? Скошенная трава. Во дворе косил. Тебе же 18, верно? У тебя целая жизнь впереди. Чтобы ее не гробить, я не буду тебя арестовывать, ясно? Поезжай домой. Алло, это Гленда Кливленд. Можете прислать наряд? Кого-то то ли ранили, то ли убили. И что мне делать? Свою работу? Можно послушать твое сердце? Хочу услышать твое сердце. Вам нужен второй шанс. И вам сегодня повезло, потому что я вам его дам. С другой стороны, надеюсь, вы усвоили урок и встанете на путь истины. Он убить меня хотел. И вы ничего не можете сделать? Верно. Я звонила вам месяцами. Месяцами! Кого-то убивают! До наших никому нет дела. Что бы мы ни делали, нас просто не слушают. Так вы утверждаете, что одной из жертв удалось бежать, и двое ваших офицеров сопроводили его обратно к Дамеру? Погодите, вы что, позволите ему забрать этого ребенка? Мэм, не вмешивайтесь. Это полный бред! Смотри на меня, урод! Я знала. Но меня никто не слушал. Монстр. История.